Доброе утро! Зарядка, конечно, очень важное дело, когда вы проснулись, но сегодня занятие отменяется, потому что девчонки из волейбольного клуба «Уралочка» не пришли. А, нет, пришли. Доброе утро. Доброе утро. Маша, доброе утро. Доброе утро. Вика. Ну, давайте с чего начнем. А, ну, так как сегодня пятница, мы предлагаем провести более динамичную разминку. Начнем с прыжков. Зажимаем мяч между колен. Так. Сжимаем и начинаем прыгать вперед-назад, маленькие прыжочки. Вперед, назад. А что таким вперед, образом? Назад и быстрее. Я смотрю, вы прыгаете на носочки. А что таким образом разминается? Тут задействованы все группы мышц. Передняя поверхность бедра, икроножная мышца, голеностоп разминаются. Сколько раз нужно так прыгать? Может быть, по времени даже? Можно по времени, можно секунд 20-30. 20-30 секунд? Ага. Я ж потом не дойду до работы. Сегодня пятница. Можете позволить. Поскольку... Впереди выходные. Да. Фух. Вот как-то так. Я надеюсь, это было самое интенсивное упражнение. Следующее упражнение мы будем поднимать колено и передавать мяч под коленкой. Так. Показываю. Поднимаем левое, передаем. Правое. А, ну и задача не наклоняться, а именно коленку поднимать. Да. Так, хорошо. Сколько раз таким образом нужно сделать? У вас как-то все интенсивнее. Что разминается от этого упражнения? Тазобедренный сустав. Здорово. Сколько раз нужно так сделать? Вы уже спрашивали. Я уже спрашивал? Да. Я пропустил. Я просто хочу, чтобы... 10 раз. Мне кажется, мы уже сделали 10 раз. Ну, я надеюсь, на этом все. Ну и напоследок. Самое интересное мы для вас приготовили сегодня. Исходное положение. Упор, присев. Мячик перед собой. Показывает, да. Можете мячик убрать. Упор, присев. Так. Прыжком ноги назад. Мячик укатился. Прыжком ноги назад. Так. Обратно ноги подтягиваем. Так. И выпрыгиваем вверх. С мячиком. Вот. О, здорово. 5 раз. Да? И делаем в темпе. Быстрее, быстрее, быстрее. Да куда же быстрее-то? Еще, еще. Давайте. Некоторые до работы уже потом не дойдут после этого упражнения. И последний раз. Молодцы. Фух. Ну что, наша пятничная зарядка подошла к концу. Спасибо девчонкам из волейбольного клуба «Уралочка», Маша, Вика. Ну, а вы не забывайте разминаться по утрам и хороших вам выходных.